Челябинцы проверили свои знания о киберзащите. Жители областной столицы написали диктант по цифровой безопасности. Навыки работы в интернете, чтобы не поймать троянов, червей и другие вирусы, протестировали обычные юзеры и будущие IT-специалисты. За каждый вопрос может быть начислено от 1 до 5 баллов. В честь Международного дня защиты пользователи интернета меняют пароли, чтобы защитить свои страницы в социальных сетях. Это традиция. В Челябинске к своеобразному празднику решили провести диктант по информационной безопасности. В тесте 30 вопросов. В основном о появлении первых компьютерных вирусов и способов защиты от них. Всегда нужно не терять бдительность, да, всегда думать, прежде чем отправлять какие-то свои данные, там, данные карты или там, паспортные данные. И ну, элементарно там, в интернете действовать безопасно, не скачивать какие-то неизвестные файлы, там, не покупать товары на непроверенных сайтах. Со злоумышленниками могут столкнуться не только обычные пользователи, но и сотрудники крупных предприятий. Начиная от крупного завода и заканчивая, например, телекомпанией, заканчивая электростанцией. То есть в результате инцидента может произойти все, что угодно, начиная от того, что банально организация потеряет какую-либо информацию, и заканчивая просто, например, как произошло в Венесуэле, прекращением электроснабжения на территории всей страны. В информационном диктанте приняли участие более 40 студентов. Лучшим вручили сертификаты о прохождении теста и предложили прийти на практику в Министерство информации и связи Челябинской области.